Thomas, it's Томас, Malcolm. Это Малькольм. How are you doing? Как твои дела? Как продвигается расследование? Продвигается, насколько это возможно. Подожди, что ты здесь делаешь? Как ты узнал, где меня найти? Простое совпадение. Увидел тебя с другой стороны улицы. Совпадение? Я не знаю, какую игру ты ведешь, Ван Хорн, но у меня есть работа, так что извини. Так, найдите пропавшего учителя, который связан с Карлом Андерсоном по кличке Палач. Ну что, вот мы и в школе. Как всегда, все заброшено. Чувак что, свалил? По бырику. Так. Ну, как всегда, у нас нет оружия. Крысы снова тут. Ну что, давайте искать Андерсона. Или какую-нибудь информацию про этого чувачка. В любом случае, надо найти... Нифига себе. В любом случае, надо найти его быстрее, чем наш серийный убийца X. Фигня опять происходит какая-то. Лампочки взрываются. Ага. Отличненько. Птичка. Что здесь? Пустые бутылки только. Воу-воу. Снова эта чертовщина. Так, здесь нужна кувалда. Ну, в принципе, эти... которые ползают на карачках, не такие они и мощные, справиться с ними как бы не так уж сложно, конечно, если они не толпой нападают. Ну что, двери закрыты, придется двигаться к этой, к аномалии. Трубу возьмем, она помощнее будет, но все двери закрыты. Поодиночке они вон сваливают. Суд, наверное. О. Бумагорез. Еще лучше. Закрыто. Здесь у нас ничего. Опять куски мяса тут. Еще секретик. Вот и кувалду вижу. Отлично. Далеко не пришлось идти. Сейчас по-любому выскочит кто-нибудь. Что за звуки? Да ну. Все встало на место. Так, ну что вы думаете? Наверное, надо, я думаю, взять бумагорез. Кувалды мы заманаемся махать.
Ну что ты там убегаешь-то все от меня? Давай, подойди, я с тобой разберусь и все, как бы разойдемся. Так, здесь дверька. Ух ты, нифига, там тетя какая. Хо-хо. Кто там? Какие-то они вообще непонятные чувачки с белыми зрачками какие-то. Вообще, это не люди стопудово. Так, тут еще одна дверька была. А, ну все, понятно. Все ведет в одно место. Блин, там тетка такая здоровая, мясник такой. Че-то здесь мутили, короче, мясо жарили, наверное. Как всегда, он сразу три штуки. О, да ладно, тебя еще ни с одного удара вынес. Самый стойкий оказался. С болтами. Настолько все расфигачено, заброшено, даже не похоже на школу. Реально. Так. Что, есть туалет? Давайте-ка проверим туалет. Ха, а поручень зачем? Типа, когда сидишь на толчке, по-большому, чтоб тебя не унесло. Чтобы написали табличку в мерах безопасности. Держитесь за поручень. Ну, здесь у нас завал, походу. Внизу там целая куча чуваков. О. Этот, наверное, после уроков остался. И ружье лежит. Так, брось ружье. Никто тебе не разрешал его брать. Два патрона. Это что за банка? Что-то мне сначала показалось, этот доктор Пеппер стоит. Так. Самое время, только что вошла. Посылай данные, как будешь готов. Обрабатываю. Это займет немного времени. Человеческая кожа. Цвет, фактуры, растительность, похожая на щетину, указывает на то, что это человеческие губы и кожа лица. Я тут пробежалась по факультативным спискам. Преподавателем физкультуры во время пребывания здесь Карла Андерсона был человек по имени Сэмюэл Тибетс. И прежде чем ты спросил, отвечаю да. В медицинской карте Тибетса указана его группа крови. Совпадает с кровью фрагмента лицевой кожи. Найдите пропавшего учителя мистера Сэмюэля Тибетса.
Пипец, ему просто губы отрезали по ходу дела. Жесть. Так, что, выходить пора, походу? Надо. Да ладно. Прям к ним. Тихо, тихо, тихо. Держи. Слава богу, что один. Так, один патрон остался. Блин. Но почему-то я немного и предполагал, что провалимся. Но не ожидал, что это будет правдой. Так, две двери, что ли? А, ну здесь... Здесь у нас аптечки. Отлично. Опять мясная лавка тут какая-то. И тетка эта. Ну что встал? Так. Что-то у нас тут ходов, походу. Целая куча. А, ну, в принципе. В принципе. В принципе, все равно все ведет в одно место, походу. Так, аптечка. Опа. Здесь кувалда. Значит, кувалда нужна будет. Давайте сразу возьмем. Попробуем пройтись с кувалдой. Здесь не пройти, походу. Значит, нужно двигаться к нашей поварихе, тете Асе. Почему-то тетю Асю вспомнил. Реклама такая была раньше. Тетя Ася приехала. Хоп. Отлично. Оп. Ребятки, молодцы. Справились. Все в кровище вообще. Ух ты, еще с пекалем. Так. Ладно, давайте-ка попробуем ружье. Чё он завис? Ай! Да нифига ты такой живучий, падла. Где пистолет твой? Пять патронов. А в ружье у нас сколько? Два патрона. Просто целых три патрона в него всадил. Вон еще один стоит. Ну что, чувачок, держи. Еще один с пистолетом. Отлично. Здесь целая обойма должна быть. Круто. И это... Опа, опа, опа. Сдох. Так, автоматик.
Давайте-ка с автоматом походим. Так, что мы пропустили здесь? Кубки всякие. А. Нифига, они тут завалили дверь. Получается. Так. Здесь что у нас? Здесь у нас аптечки. Как раз нам надо. Закрыто, значит, получается наверх. Так, открыть дверь, открыть дверь. А здесь что? Какая-то помятая дверь. Ничего. Кстати, кувалду так и не нашли, куда надо применить. Разбежался. Так, здесь никаких секретиков нет. Сколько там? 10 патронов еще. Отлично. Так и знал, так и знал. Опа, на. Снова аномалия это. Это непонятное существо все нас преследует. Чует мое сердце, скоро мы с ним лицом к лицу встретимся. Так, топор. Нужен топор, ищем топор. Крысы бегут с тонущего корабля, как говорится. Значит, что-то здесь. О. Забьем на всякий случай сразу. Борщ переварил, походу. Всю кухню засрал. На, нифига себе, такой десант приехал. Что едет? На тебе. Все что ли? У меня патроны кончились. О боже, тетя Ася. Давайте с ней как-нибудь. Так, держи. Такая жердейка просто, реально мясник такой. Ну-ка, еще. Да сколько тебя можно бить-то? Скажи мне на милость. Тетечка.
О, отлично. Так, я тесак мясника возьму. Вот топор. Использовать тесак мясника. А, значит, его не просто так взяли. Блин. Я походил с этим тесаком. О, началось. Держи. Сдох. Так, 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 где там выход? Отлично. Блин. Удачно мы ее так зафигачили. Даже аптечки не пришлось тратить. Держи. Так, что, друзья, может вернемся за тесаком? Больно уж мне жопу зажгло с ним побегать. Думаю, он режет так прилично. Еще бы было бы просто чистый трэш, если бы еще конечности отрезались. Руки, ноги. Голову можно было отрезать. Было бы вообще трэшак. Для такой игры бы в самый раз просто. Так, ну это получается мы с трибуны, да, перешли куда-то. Это сцена получается, да, какая-то, зал. Так, тихо, 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 тихо. Откуда тень? Вы видели, да, это? Мячик сдутый. Ну. Чё, опасный момент, удар. Гол! Себе, как он так выпрыгнул от Седова. Не понял. Куда мячик улетел? Что-то мистика какая-то. Болтается. И я подозреваю, что это рука учителя. Это Тибетс. Отпечатки пальцев из его досье совпадают с тем, что на руке. Похоже, палач добрался до него раньше нас. Так, продолжайте поиски мистера Тибетса. Мистер Тибетс. Ну, я так полагаю, нам вниз. Это где, внизу? Или... Ой.
снова подвальные помещения. Как же в этой игре их много просто. Так. По-любому уже частей напропускали. Птиц, да, частей железных этих. Птички. Так, я не понял, а куда нам? Ну, спустились мы сюда вниз, а дальше? Здесь-то не пролезть. Че за фигня? А, вот лестница, нифига себе. Пробрались за кулисы, получается. О, да ну нафиг. Мячик. Ха-ха. Вот он куда прилетел. Нифига себе, я запульнул его. Ну он еще и крутится. Жесть. Такое еще. Фиг его теперь выбежь, да, отсюда. Ладно, черт с ним. С этим мячиком. Так. Куда нам? Давайте сюда попробуем. Ой. Либо наверх. Это вообще улица. Давайте здесь посмотрим, что. Птичка здесь. Здесь у нас птичка. Здесь что? Вы нашли пробную модель телевидения. Прикольно. Значит, нам на улицу, получается, выходим из школы, да? Но мячик это вообще жесть. Мусорки у нас ничего нет. Он футбольный мячик. О, там кто-то лежит. Говорит Томас. Томас, я лишь хотел убедиться, что ты встретишь меня снаружи, когда закончишь свои дела. Я не хочу мешать тебе с расследованием, но... Нифига себе, это наш труп был.
Опа, опа, опа. Лучи. Ух ты. Да, чтоб тебя. Слышит. Аптечки. Ух ты. 5 патронов. Посражайтесь, посражайтесь между собой. Опа, там еще. Еще патрон. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Блин. Да. Так. Блин, а как с ними-то? Еще лезет. Там вроде того. О, и тот свалил. Отлично. Пфе, один патрон. Да нафиг он нужен. Спрыгнуть вниз. Остается только туда, где этот вход, только вниз. Так. Я так понял, это сейчас показали нам Тибица. Или как его там? Учитель этого физкультуры. Так, он где-то облокотился, вот, наверное. Группа крови снова совпадает, это след Тибица. Я себе дверь открыл. Тихо, тихо.
Опять носится тут. О, птичка. Еще две птички. Ну, по-любому, мне кажется, что пропустили. Либо обе пропустили, либо одну из них. Так, эта дверь у нас не открывается. Чувак пробежал. Но я думаю, Тибис так далеко не мог уйти в таком состоянии. Значит, скоро мы его найдем. Так. Птички, отлично. Ох ты, ух ты, ух ты. Ну-ка, сражайтесь, сражайтесь. Молодцы. Ух ты, нифига ты так зарядил мне. Смачно. Просто. Там еще один, да? Давайте-ка аптечку возьмем для начала. О, лезет. Да. Ох ты, еще и... Живучий-то какой. Ладно, еще одна аптечка там есть. Да, тесак хорошая штука, но защищаться что-то им не ахти. Шуршит все. Душевая. А, ну это получается как это спортзал, да, наверное? Требуется лопата. Понятно. Нам туда не пройти. Надо найти лопату сначала. Снова лампочки взрываются тут. Не пройти тут нигде. Но что? Не слишком много нового. Я воспользуюсь профилем ДНК. Все заканчивается возле шкафчиков. Томас, ты заглядывал внутрь? Ох ты, боже мой. Полагаю, ты нашел мистера Тибица. Изображение вроде бы соответствует досье, но я сомневаюсь. Можешь взять крупным планом? Ох ты, ё-моё! Помоги! Помогите мне! Помощь уже в пути. Кто это с вами сделал? Карл. Андерсон. Палач. Okay, так, спокойнее. You know, вы знаете, где он сейчас? Появился другой человек. Забрал Карла. И оставил меня здесь умирать. Роза, немедленно вызывай скорую. Отбой.
Парочка нюансов. Образец ДНК, взятый из волос, соответствует образцу, который мы определили как принадлежащий тому парню, который выслеживал тебя, тому, кого мы прозвали серийный убийца X. Также есть некий дополнительный, похожий на пестициды, которые мы обнаружили. Точное совпадение, начиная на анализ этих образцов, это азинфаметил, представитель высокотоксичной группы соединений. Ранее использовался как инсектицид для всех видов сельскохозяйственных и зерновых культур. Теперь запрещен к использованию и может применяться только в коммерческих целях, соответствующим разрешением. Конкретно этот состав содержит следы других химикатов, список которых совпадает с составом продукции компании Applewell. Я свяжусь с компанией, быть может, нам удастся получить от них список покупателей. Applewell. Яблоки? Да, как я и сказал, он использовался для всех видов сельскохозяйственных зерновых культур. Яблоки являются одним из них. Брия, фермерский городок, думаешь, там есть яблочный сад? Я как раз этим и занимаюсь. Так, встретиться с Ван Харном перед входом в школу. Блин, столько читать, они еще так быстро это все говорят. Не успеваешь нифига. Так, лопата. Ну, извиняйте, друзья, все, что успеваю, то читаю. Здесь ничего больше нет. Там не пройти, только сюда, да? Тут у нас бассейн. Воу-воу! Это чё за бред? Чё происходит? А, нафиг? Ау-ау-ау-ау. Больно, больно. Понабежала тут. А, держи. Ай. И аптечек нету, да? Никаких. Фу, на тебе лопатой. Лучи. Ух ты, автомат. Да ну нафиг, а я чё тут махаюсь. Жесть. Это сейчас был трэш. Блин, у меня жизни вообще. Надо ж так. Махался рядом с автоматом, блин. Повезло, что. Хоть это. Топор. Повезло, что хоть заметил. Этот автомат долбанный. Тихо. Да ну нафиг, и ты еще.
Один? Ну, хоть один, это радует. Так. Нет, да, здесь аптечек. Чтоб тебя. Да, ну какая-то тут потусторонняя сила в аптечке. Чё за звук был сейчас? Дверь. Дверь закрылась. Да жесть. Там чё? Кувалда. А вот кувалда. Отлично, три собрано. Так. Значит, топор возьмем. Кувалды дольше замахивается. О, труба, еще лучше. Жесть. Сколько крови. У нас полную набрали, да? Что-то по каким-то туалетам все шаримся. Непонятно. Опять блеванул. Ух ты! Ай! Что за жесть сейчас произошла? Получилось. На сегодняшний день ни в окрестностях Бриера, ни в самом городе нет ни одного зарегистрированного яблочного сада. Хотя один все же имеется. Яблочный сад на 4-м километре за пределами Бриера. Работал в течение 40 лет, но был закрыт всего лишь 10 лет назад после сильного нашествия яблочных паразитов. Питомник никогда не восстанавливался. Любопытно. Судя по окруженным сводкам, он принадлежит частной фирме. Так, оружия нету, надо какой-нибудь...